небольшое озеро Демирода Тай. Вот сколько живности здесь, уток, гусей, и даже есть лебеди. И взрослые люди приходят со своими маленькими детьми, внуками и подкармливают этих животных, приносят и морковочку, и капусту, ну и хлеб тоже. И они вот с детства их приучают к уходу за природой, за животными. По субботам очень много людей берут своих деток и с двумя термосами, булочками, бутербродами выходят в город, где очень много взрослых людей из Румынии, Болгарии, да и просто местных людей просят милостыню. И тогда они им предлагают чай или кофе из этих термосов и бутерброды. И вот так приучают маленьких детей к добру с детства. Домашних животных на улицах здесь нет в Германии, поэтому ухаживают вот за утками, гусями, лебедями и за людьми.